Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции Окур. Следующая остановка – центр. Осторожно, двери закрываются. Быстрая и удобная покупка билетов на пригородные поезда. Остальное расписание и стоимость проезда доступны в приложении «ТЖД пассажирам». В экономике в свое время привлекайте электронные билеты в приложении «ТЖД пассажирам». Уважаемые пассажиры, для вашего удобства организован цифровой канал передачи информации о качестве предоставляемых услуг с использованием QR-кодов. Время использования отсканируйте QR-код, расположенный на стекле колонны на входной двери вагона, поведите на сайт form.yandex.ru. Напишите ваше обращение на трассе Уберман. Вместе мы сможем улучшить качество предоставляемых услуг. На следующей остановке мы будем производиться из тела «Великий Лазарьев».
Следующая остановка инструментальный. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, следующая остановочная платформа короткая. Выход будет производиться из первых 5 вагонов. Уважаемые пассажиры, после выхода из поезда не стоит украсть платформу. Пожалуйста, не мешайте закрытию дверей. Следующая остановка Камышевская. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Следующая остановка – разъезд Имя. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Уважаемые пассажиры, сейчас исследование электропоезда должно быть до конца бетражной опасности. Будьте особенно бдительны и обязательно различны предосторожности. Переходите в железнодорожные пути только по специально оборудованным мостам и пешеходным мостам. Помните, ваша невнимательность и беспечность может стоить вам жизни. Пожелай мне удачи,
Следующая остановка новогодняя. Осторожно, двери закрываются. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Уважаемый пассажир, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Не прикасайтесь к оставленным без присмотра вещам. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте по одному другому или полиции. Следующая остановка Первомайская. Осторожно, двери закрываются. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом. Следующая остановка Инская. Осторожно, двери закрываются. Цветом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Инская. Два на ней цветы и трава, через три она снова жива. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Следующая остановка Избревая. Занятно. Осторожно, двери закрываются. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Пожалуйста, не подвижайтесь к краю платформы, только за ограничительной линией. После выхода из поезда не стойте у края платформы. Пожалуйста, не мешайте закрыться дверей. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Thank you.
тишина, данная навек. Падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страсть. Следующая остановка — учебный. Осторожно, двери закрываются. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Уважаемые пассажиры, следующая остановочная платформа Короткая. Выход будет производиться из первых 6 вагонов. Судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Быть за порогом растраченных лет, я найду этот город, которого нет. Следующая остановка — Дубрава. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановочная платформа Короткая. Выход будет производиться из первых 5 вагонов. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Во время поездки не воспользуйтесь кусочками дверей. Это может принести серьезную травму. Не мешайте открытию и закрытию дверей. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Каменная леди, ледяная сказка. Вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что? Больно все равно. Следующая остановка — Комаровка. Осторожно, двери закрываются. Больно все равно. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердца. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 8 вагонов. Тишина мне подруга. Лучше бы я согрешила. Одиночество, мука.
в объятиях страсти, укрощай львицу. Знай, что она хочет, хочет покориться тебе, проиграть в игре. Рвется чувство и желаний, надоело мерзнуть в царстве ожиданий одной. Стань ее судьбой. Одиночество — сволочь, одиночество — скука. Я не чувствую сердца, я не чувствую... Следующая остановка — Гусиный Брод. Осторожно, двери закрываются. Лучше бы я согрешила, одиночество — мука. Я сама дверь закрыла, я собою довольна. А чего же так плохо? Уважаемые пассажиры, участок следования электропоезда относится к особо крайне опасным. Вы просто были вызваны, вы должны наличным предосторожным. Выходите в железнодорожный институт только по специально оборудованным мостам и пешеходным мостам. Помните, вашему внимательности и точности может стоить вам жизнь. Я сама так решила, тишина мне подруга. Лучше бы я согрешила, одиночество мука.
Уважаемые пассажиры, следующая остановочная платформа короткая. Выход будет производиться из первых двух вагонов. Следующая остановка – ферма. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, следующая остановочная платформа короткая. Выход будет производиться из первого вагона. Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную станцию Сокур. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. А вещах, добытых другими пассажирами, просьба сообщать в прибывшей бригаде. Желаем вам всего доброго.